Олимпийские игры в Сочи объявляю открытыми. Мы счастливы видеть всех наших кумиров в России. Мы все, и я лично, желаю вам от всего сердца успехов. Правда, не во всех соревнованиях по хоккею, не на всех ты. Давайте пожелаем встречи нашим сборным в финале. Будем вместе наслаждаться их искусством и мужеством. Фантастик Данил, фантастика атмосфера. Грейдель, потом ты встречаешь тайдер. Thank you for it. Thank you. Thank you. Тот факт, что они не выводят налоговую базу, это чрезвычайно важная вещь. Конечный бенефициар, кто владелец компании, а то ведь она может быть зарегистрирована на Кипре, но на самом деле в каком-то сером или черном офшоре сидят настоящие владельцы, которые никто не знает, и они не хотят показывать. Вот это всегда вызывает подозрение и вопрос. Вы сказали, что партнеры какой-то нашей компании заинтересованы в том, чтобы осуществлять сделку по британскому праву. Но для этого не обязательно регистрировать компанию в офшоре. Компания может быть регистрирована в Российской Федерации, быть резидентом налоговым у нас. И любой контракт можно подчинить британскому праву. И более того, арбитражное разбирательство перенести в Стокгольм. Наша российская законодательство это позволяет делать. И для этого не нужно в офшор уходить. Речь идет о внедрении информтехнологий и налаживании электронного диалога между службой и гражданами. Ежегодно на исполнении службе приставов находятся десятки миллионов исполнительных листов, а годовой документооборот превышает 1 000 000 000 единиц. Конечно, при таких масштабах дело производства должно вестись в электронном виде. За время, прошедшее с момента вывода из Афганистана советских войск, их действиям давалось неоднозначные оценки. Но что бы ни говорили о тех событиях, для страны и для народа воины афганцы навсегда останутся настоящими патриотами, готовыми пожертвовать собой для защиты национальных интересов. Всего самого-самого доброго! Все голоса свои готовы.
за Владимира Владимировича Путина всегда отдать. Россия единогласно голосует за президента Путина всегда. Он возродил Россию на века. И президенту Путину и слава, и ура! 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 Алло, алло, Людочка, алло. Видите, вот церемония открытия передается по телевизору. Необыкновенно прекрасно выступал Владимир Путин. Прекрасно. Ну ладно, Людочка, я тебя поздравляю с открытием Олимпиады. Ну отлично. Молодец. Доченька, привет. Привет. Открытие Олимпиады. Да, я знаю. Да. Ну да. Флаг России, да? Ну ладно, молодец, умничка. Доченька, ну я тебя люблю. Алло, Стел, сейчас Олимпиада уже идет прекрасно. Поздравляю с Олимпиадой. Алло, Стел. Поздравляю с Олимпиадой. Поздравляю с Олимпиадой, Стелла. Хорошо, ладно. Поздравляю с открытием Олимпиады. Алло, Вов, я тебя поздравляю, сегодня открытие Олимпиады было. Вов, открытие Олимпиады было, все поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Поздравляю с Олимпиады с открытием. Пожелаю удачи. С Олимпиады открытие. Поздравляю, этот праздник России продолжает только этим днем. Российского прекрасно. Спорта, российский спорт лучший в мире, олимпийцы лучше в мире. Прочитай наша Россия. Теперь предстоит нам еще крупнее праздник спорта, это чемпионат мира. Ура! Молодец, Вов! Победа! Молодец, все поддержали два президентских срока Путина Владимир Владимирович. Да, молодец, Вов! Ура! Я все видел, открытие видел Путина, Медведева там видел. Прекрасно! Молодец, Вов! Поддержали все. И мы Нестор Митинский. Отлично. Мы все были молодец, рядом. Молодец, отлично, отлично, Вова. Мы все были на в Сочи. Поздравляем, Вова. Поздравляем. И мы будем вместе стоять на стадионе. На стадионе. Да. Поддержку, за победу. За победу до конца. Мы будем стоять рядом с Путиным. Ура! Прекрасно. Поздравляем, Вова. Голосуем за два президента Владимира Владимировича. Поздравляем, Вова. 2012-2024 года. Да. Два президента Путина. 2012-2024 год. Владимир Владимирович. Да. Так что мы много все делаем. Выше награды Олимпиады Путин и Медведев. Выше награды Олимпиады Сочи Путин и Медведев. Так что...
лучших олимпийцев на планете Путина Медведева. Путина Медведева, Медведева. Высшая награда Путина Медведева олимпийцам России. Я поздравляю всех, кто любит жить на земле. Ура! Победа! Великая страна, на ней будущее и правда на века. Отлично! Отлично! Россия вперед! Россия вперед! Хочу сказать, что в 2018 году мы будем стоять рядом с Путиным. Да, мы будем голосовать за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. На стадионе. 2012-2017-2024 года. Прекрасно! Во, прекрасно! Молодец! Россия лидер мировых процессов. Спортсмены России, олимпийцы, Путин, Медведева, лучшие в мире. Ура! Путина, Медведева, Жукова. Жукова, Мутко, Журова, Жукова, Терешкова, Третьяк, Родина. Поддерживаем. Поздравляем! Россия лидер мировых процессов. Поздравляем, вот, молодец. Лидер мировых процессов на века. Лидер, поздравляем. Победа. Мы рады победе. Победа. Давай, как домой придешь, позвони вам. Давай. Поздравляем, молодец. Вперед. Молодец. Фигурное катание. Наши олимпийцы. Пожелаю успехов. Что смотришь, рассказывай. Молодец. Сейчас это видео, как наши выступили. Да, очень мне понравилось. Да, видишь, там Ильиных, Косолапов, Плющенко и Юлечка Лепницкая. Алло. Вообще здорово, да? Ну ладно, Люська, ну давай. Лепницкая выступать, Плющенко, наши олимпийцы. Пожелаю успехов, успехов. Алло, доченька, привет. Доченька, как там ты? Два президента срока Путина Владимир Владимирович поддержали. Ура, победа. Молодец. Как Юля? Нормально. Ну хорошо, до Олимпиады Сочи. Путина, Медведева. Олимпийцам. Сейчас будет наша Юлия Лепницкая выступать на Олимпиаде. Посмотри обязательно. Ну ладно. Давай, болеем за Лепницкую. Давай, да, болеем. Ну, молодец. Давай, доченька, целую, пока. Два президента срока Путина Владимир Владимирович поддержали. Ура, победа. Молодец. Мы смотрим, и она смотрит. Что Олимпиады, фигурное катание. Вот болеть за Лепницкую Юлию. Молодец. Вот. И Плющенко сейчас видео, тоже так здорово выступил. Сейчас мы лидируем после выступления Плющенко. Два президента срока Путина Владимир Владимирович поддержали. Ура, победа. Косолапов, Плющенко и Юлечка Лепницкая. Ну давай, ты тоже смотри, сейчас Лепницкая будет выступать. Олимпиады Сочи, Путина, Медведева. Ну ладно, Олимпийский... Ну давай, я тебя целую. Тебя... Алло, Стел, сейчас будут выступать на Олимпийские игры. Фигуристы Лепницкая и Плющенко. Плющенко, вот, пожелаю успеха. Прекрасно выступил. Да. И сейчас успеха. Юлия Лепницкая будет выступать. Плющенко и Лепницкая. Сейчас болеем за наших тоже. Пожелаю успеха нашим спортсменам. Хорошо, ладно, давай. Отлично, Россия вперед. Прекрасно. Все поддержали. Два президента срока Путина Владимир Владимирович поддержали. Ура, победа. Молодец, Сочи, Путина, Медведева. Путин, Медведев, вы сказали. Олимпийцам российским. Алло, Стел. Стел. Прекрасно. Поздравляю, Стел. Ура! Ура, молодец, победа. Звони сегодня. Так, олимпийцы поют. Олимпиада. России бум с президентским сроком Путина Владимира Владимировича. Побеждаем все вместе. Флаг России и Литвы. Флаг России и Литвы. Двум президентским сроком Путина Владимира Владимировича. Тандему Путин Медведев. Тандему Путин Медведев. Дружно все честь отдаем. Дружно все честь отдаем. Мир и дружба царят. Мир и дружба царят. Сочи на Олимпиаде. Олимпиаде в Сочи. Прекрасно поддержала Юлия Лепницкая. Два президента Москве на Олимпиаде. Мир и дружба царят. Сочи на Олимпиаде. Высшие награды Путину Медведеву. И участники всех стран и народов. Участники всех стран на Олимпиаду в Сочи. Приехали все. Приехали все. Дружно. Целый мир рукоплещет. Целый мир рукоплещет. Олимпиаде в Сочи. Петербургу, Москве. Петербургу, Москве. И встречать олимпийцев. Россия всех рада. Олимпийцев России всех рада. Каждый раз приезжать в Россию с друзьями встречаться.
всеми сердцем, душою Россию любить. Каждой встрече с Путиным Владимиром Владимировичем, Медведем Дмитрием Анатольевичем, главными олимпийцами России всей планеты, будем мы дорожить. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича, 2012-2024 год, Олимпиада Сочи 2014, наши радости и счастья. Каждый раз в Россию приезжать, Друзьями встречаться, всеми сердцем, душой Россию любить. Каждой встречи с Путиным Владимиром Владимировичем, Медведем Дмитрием Анатольевичем, будем мы дорожить. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича, 2012-2024 год, наша радость и счастье. Мир и дружба царят, Юлия Лепницкая, Сочи на Олимпиаде, участники всех стран и народов на Олимпиаду Сочи приехали все. И Россия раскрылась в необъятной красе. Да, Россия с Христом навеки. С Божьей Матерью навеки. Наша Россия, наш президент, ваш правый сеть. Прекрасно выступает. На сердце радостное чувство видеть Путина Владимира Владимировича на Олимпиаде Сочи и в Кремле. И сознавать, что на Земле два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2020 год. КНЗ Путин Медведев на всей планете самые лучшие. Все россияне вам, все веры, правда, служат. Два президентских срока. Все россияне, дружно и единогласно, внешне Медведкин, все верой, правдой, партия «Один Россия», дружно и единогласно поддержали. Партия «Один Россия», народный фронт, и мы, Нестер Мислицкий, поддержали. Юлия Лепницкая поддержала, Плющенко поддержали. Дни возрождения великой святой процветающей России. На века нам дали. Владимир Путин, Медведкин, на века нам много лучше. Стало много лучше. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Все россияне сердцем и душой верим. Любви, надеждой, верой, самой высшей верой. Господь Иисус Христос и Божья Мать всем истину открыли. За Русь святую мы всегда молились. И Господу Христу и Богородице, наших олимпийцев на Олимпиаде, мы молимся всегда. Наших олимпийцев на Олимпиаде душой сердцем поклонялись. Божье благословение, поддержали нашими Путина поддержали. Юлия Лепницкая, Божье благословение. Дружно поддержали. Живой неиссякаемый источник. Живой неиссякаемый источник веры, знаний, силы. Господь Иисус, и узами любви, добра и света, и узами любви, добра и россиян навек соединили. Россиян навек соединили. На небе солнце, луч, и гласом всепобедным, два президентских срока Путина, 2012-2020 год, всех россиян на новое терпение вдохновили. Вдохновили, объединили. На новое терпение подвиги всех россиян. Юлии Лепницкой. На новое свершение вдохновили. Ура, победа, века. Наша Россия, первое место России на Олимпиаде. Благодаря вам, президент Сурока, все россияне поддержали вместе. Все поддержали вместе. Страны и народы все от России Путина, Матвиенко, Нарышкина, российских олимпийцев, сотрудники всегда дружили. Нарышкина, сотрудники. Господь Иисус Христос и Божья Мать, всем истину открыли. И дали заповедь любви и дружбы всем людям на планете. Заповедь любви, добра и святости. Мои выступления Владимир Путин на все вопросы времени дал ясные четкие ответы. Перспективу развития человечества наметил. Главный президент политик человек. Показывает Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев. Самый главный президент, политик, миротворца, человек. Десятилетия, столетия, тысячелетия. Выше олимпийские награды. Гораздо стабильности мира на планете. Дмитрий Анатольевич Медведев. Дмитрий Анатольевич Медведев. Мария Владимировна. Мария Владимировна. Светлана Владимировна. Прекрасно выступила Юлия Лепницкая. Российская олимпийская Лепницкая. Прекрасно выступила. Поддержала. Поддержала. И Плющенко поддержали. Два президентских срока. Путина Владимира Владимировича. Путин. 2012-2024 год. Прекрасно. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича. В своем выступлении Владимир Путин, а самый главный сказал, победе прогрессу всех он призвал. Победе прогресса, на новое терпение подвиги всех вдохновили. На новое терпение подвиги всех вдохновили. Молодец, поздравляем. Олимпийцы. Все олимпийцы России. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Прекрасно поддержали. Свобода, прогресса, любви, идеал. Прогресса, любви, идеал. За час возрождения России настал. Чтобы все россияне здесь счастливо жили. Все россияне здесь счастливо жили.
и все с России дружили. На новые совершения подвиги, на новые совершения подвиги. Два президента срока Путина Владимир Владимирович установили. Символ совести, веры и правды и чести. Два президента срока. И олимпийцы поддержали вместе. Липницкая, Плющенко, Ольга Граф. Поддержали вместе. Поддержали все вместе. Свободы, прогресса, любви, идеал. Владимир Владимирович, Владимир Николаевич. Поддержал прекрасно на трибуне присутствовал Владимир Владимирович Путин. И благодаря Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Светлане Владимировне, Евгеньевичу Медведеву, Сергею Семеновичу Патриарху Кириллу, наши олимпийцы, лучшие в мире, лучшие достижения Олимпиады в Сочи. Юлечка Лепницкая победила! Наша Россия победила! Ура! Победа! Плющенко, Юлия Лепницкая! Слово было истоком, причиной, началом. Слово было истоком, это победа, ближе и ближе. Дорогие нам знамения, откуда вы слышали? Двух президентских блоков Путина Владимира Владимировича. 2017 год. Нам сразу открылся простор подъявления. На искусство преступного молились рождения. Ночью жар разгорается. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012 гений. Тогда Путин, мы едем. Света новых всемирных немеркнущих знаний. Да, Иисусу Христу мы молимся рождения. Да, России Мессия плотное рождание. Света новых всемирных немеркнущих знаний. И поддержка всех стран, мировое признание. Мировое признание. Ты народ и всемирной любовью Христовой одной. Всемирной любовью Христовой одной. Да, Христос нам всю правду сказал. Иисусу Свету имя. Всеми сильный, всеми любимый. Он победу программу и самый главный победы назвал. Мы видим Христа перед собой, понимаем его наставление. Это высших небесных прозрений. Самый главный победы большой. Два президента Путина Владимировича. 2012 год, когда Путин самый главный победы большой. 2012 год, самый главный победы большой. Главный смысл и цель единения. Да, Россия. Двух президентских сроков Путина Владимировича. Владимировича есть центр вселенной. Все народы ведет. Вот показывает Владимировича Путина. Все народы ведет. Главный лидер она мировой. Главный смысл она мироздания. И поддержка всех стран мировой признания. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Все народы всемирной любовью, Христовой любовью одной. Наша Россия. Владимир Николаевич. Петр Николаевич. Людмила Рэмон. Игоревна. Людмила Игоревна. Виктория Владимировна. Елена Петровна. Елена Максимовна. Дмитрий Петрович. Елена Петровна, Юлиан Максимович, Дмитрий Петрович, Юлиан Игоревна, Петр Николаевич, Владимир Николаевич, Татьяна Владимировна, мы с Юлией Лепницкой, Плющенко, прекрасно поддерживаем, Девченко, с героями нашими олимпийцами, поддерживаем два президентских срока Путина Владимировича 2012-2024 года и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича, наша самая лучшая в мире тенденция. Владимир Владимирович Путин, Лидия Анатольевна, партия «Единая Россия», «Народный фронт», единогласно, да. Россия сильна, во всем везде всегда. Да, на небосклоне много, красивых, ярких звезд. Ярких звезд. И ним поем, двух президентских сроков. Путин Владимир Владимирович, 2012-2024 год. Сергей Путин, Медведев, партия «Единая Россия», «Народный фронт», армия ФСБ, МВД. Всему российскому народу, за все прошло так много перенес. Он пережил блокаду Ленинграда, одержал победу в Великой Отечественной войне. Господь Иисус Христос и Божья Мать, все высшие награды Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Людмила Александровна, Мария Владимирович, Евгений Владимирович, Светлана Владимировича Медведева, партия «Единая Россия», «Народный фронт», армия ФСБ, ветеранам, героям, олимпийцам, ветеранам, блокадникам, героям Великой Отечественной войны, олимпийцам, героям. Наша Россия, наш президент, два президентских срока Путина Владимир Владимирович, Путин Медведев, самый лучший на планете. Самый лучший праздник для всех, счастья, здоровья, успеха вам желаем. От души и сердца мы вас поздравляем, что вам сопутствовал всегда большой успех. Всем большой успех. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича, все россияне, Поддерживать всегда. Тендент Путин Медведев, за всю историю России, рады поддерживать всегда. За всю историю.
лучший. Самый лучший на планете. Наша Россия. Как мать Русской Совы. Как мать России Путина. Мать 2012 года. Ставящая России Путина Медведева на века. Советский Медведев на века. Двумя президентами России Путина Медведева. 2024. Мир сотрудничества. России Путина Медведева. Мир сотрудничества. Настоящая всей планеты будет. Грубо всех наций конфессий. Наций конфессий на века. Наш Путин. Наш Путин. Наш Путин. Наш Путин. И на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича выходили к этому Владимиру Владимировичу Путину, Лидию Анатольевичу Медведеву, Дмитрию Александровне, Марию Владимировну, Екатерине Владимировне, Светлане Владимировне, Елене Медведеву, Дмитрию Владимировичу, Российским олимпийцам самым лучшим в мире. Российским олимпийцам самым лучшим в мире. Кривницкая, Плющенко, Плющенко, Ленинка, Зеленинка, Лапова, Ольга, Граф, Граф, Лукины, Демченко, Демченко, Павличенко, Демченко, партия «Единая Россия», «Партия народа против», «Петрова, Путина, Владимира Владимировича», 2012, 2014, 2020, Поздравляю. Ольга, граф, граф. Алло, Маришка, привет. Демченко. Маришка, сейчас вот болеем за наших олимпийских спортсменов. Тоже, Маришечка, пожелай нашим олимпийцам золотых наград. Успехов. По России один, Лен, включай быстрее. И маме я позвонит, скажу, интервью сейчас стрелочкой будет. Ну давай, доченька, целую, поздравляю тебя. Молодец.
Лучшие в мире. Хоккеисты России. Победители. Олимпиада Сочи. Ура! Медали золотые России. Путина Медведевым. Ветеранам афганцам. Самый дальний прыжок в мире. Высшие награды Путина Медведевым афганцам. Олимпийцам. Высшие награды Путина Медведевым России. Афганцам. Ветеранам Афганцам. Слава героям. Ветеранам. Прыжки из Рамзи. Молодцы. Наш улетел дальше всех. Васильев улетел. 144 метра. Сейчас будут наши пары танцевальные. Боброва, Соловьев и Ильиных Коцелапов. Так что давай, болеем за нас. Ну давай, умничка, молодец. Алло, Кала, Ильиных Коцелапов. Боброва, Соловьев. Наши олимпийские награды. Давай будем болеть тоже, включать. Не так выживать, когда успехом теперь. Молодец. Давай. Выиграть должны, да? У нас медали больше всех, Особенно сильно выступили и хоккеисты, и фигуристы, и санкники, и выступили бобслеисты. Бег был, кто не выиграли, бег вот этой эстафеты.
Да, Хорошо, мы с вами еще делаем, что еще не закончили соревнования. Только что наши выступили. Две пары выступали. Это Денис Косарев. И это самое. Второй ее, конечно, лучший. А? Ну что, хорошо, но мы не нашим пришли. Ключ кривой же надо. Мы болеем, короче, за наших, так что. Наши олимпийские лучшие. Ну что, хорошо. Наш олимпиаде России победили в беге на лыжах и на фигурном катании победили. Это Залапых или иных, Бобров или иных, Косолапых. Поздравляю его. Тоже поздравляю. Все поддержали два президентских срока. Путина, Владимир Владимирович, 17-й год. Пусть награды Путина, Медведев, Олимпийцы России, лучший мир. Пол, поздравляю. Людмила Игоревна, поздравляю. Юрий Петрович. Елена Петровна, поздравляю. Да, все награды нашей олимпийской сборной принадлежат России. Благодаря Путину, Владимиру Владимировичу, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Кириллу Шунину, Павлу Владимировичу, Колокольцеву, поздравляю вас, Шойгу, Герасим Бабин, героем Олимпиады. Ну что, хорошо? Поздравляю! Успехов желаю! Успехов желаю! Ну что, хорошо? Ура! Наша Россия, представь! Наша Россия, да? Олимпийцев, россияне! Медали вновь! Многие награды! Успех, триумф, победа на века! Слава! Ура! 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 Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Россия, великая страна, лучший мир, достойный президент. Поддержали все олимпийцы всего мира, всей планеты, российская сборная.
И мы, Нестер Метлицкий, организатор фестиваля «Слава и честь России», Нестер Метлицкий, поддержали олимпийские награды, золотые награды Олимпиады Сочи 2014, Нобелевские премии. Фестиваль «Слава и честь России», организатором которого мы являемся, Владимиру Владимировичу Путину, двум президентским срокам Путина, Владимиру Владимировичу, 2012-2017-2024 года, и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, самый лучший в мире тандему Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Эмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путина, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, Его Святейшему Патриарху Московского Сия России Кириллу, Колокольцеву, Баранову, Якунину, Бортникову, Шойгу, Герасимову, Бахину, Калмыкову, Шаману, Маркелову, Нарышкину, Иванову, Матвиенко, Пучкову, Франкову, Ивлеву, Федулину, Ерикину, Петрову, Узунову, Зотову, Родионову, Павлу, Пишулину, Узунову, Александрову, Краснову, Ивлю, двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича, 2012-2024 год, и самый лучший в мире тандем Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, свет струящий, лик Христа живой, Христос воскрес и счастье случится над всей землей. За два президентских срока Путина Владимира Владимировича, 2012-2017-2024 года, и на пост председателя правительства партии «Единая Россия», Медведев Дмитрий Анатольевич, самый лучший в мире тандем Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, герой всех строю чеканит по площадке, победоносный шаг, и в небе развивается российской славы флаг, парад на Красной площади, божественный восвет, два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2015-2024 год объединили всех с «Единую Россию», священный долг и честь, всеобщей победы и мировой успех. Олимпиада Сочи лучшая в мире. Наша Россия, наш герой слада, отечественный. Олимпиада Сочи 2014. Вас на силу, правую честь. Лучший в мире. Давай! Ура! Мои Путин, не за Сочи Дедик. Видел итак, Мария Владимировна, Путин, Степан Владимирович, правительство, ряди Дедик. Российская сборная, олимпийская лучшая в мире. Пьедесталом двум президентским золотыми наградами Олимпиады в Сочи 2014 года.
На Бухгольце происходит митинг российского мира, самый лучший в мире тендем Владимира Путина. Промили Александрович, Владимир Владимирович, Сергей Владимирович, Светлане Владимирович. И все наши выдающие Демченко, олимпийцы, все поддержали два претендентских срока Путина Владимира Владимировича 2020-2024 года. И мы, Нестер Метлицкий, поддерживаем, голосуем дружно, единогласно за Владимира Владимировича. Нестер Метлицкий, организатор фестиваля «Слава и честь», голосуем за. Нестер Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, мы с героями армии, ВД, ФСО, полиция, Давай! Олимпийские награды, Олимпиада Сочи 2014, двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года держали все россияне, имени Сергеевский, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Все участники Олимпийцы, многотысячных форум региона, поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 год. Самый лучший рекордер Владимир Путин, Нижнеанатольский день, партия России, Народный фронт, армия СССР, лучшие награды всех стран континента, новости премьера, всех фестивалей, Олимпиады Сочи, Владимир Путин, Нижнеанатольский день, Нижнеанатольский день, Мария Владимировна, Кирилл Владимирович, Давай! Пишу! Такого винограда, Федулину!
Владимир Владимирович, голосуем за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2014 года и на пост председателя Комитета партии «Единая Россия» Медведев Дмитрий Анатольевич, наш 18-й день, просто силы короче. Вам самому главному президенту, политикам, миротворцам.
единоборцам, защитникам, олимпийцам, спортсменам, Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Дмитриевичу, Александру, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Светлане Владимировне, Вернищу, Вернищу, Собянину, Полтавченко, Весь Утечник, Первому Слову, Сиарси, Кириллу, Муку, Жукову, Журову, Жукову. Только что и Маришка звонила, видно, все поздравляли. Плющенко. Да, звонила. Юлия Липницкая. Она Марина звонила, и Мила, и Вика, и Вова, и Стелла поздравили. Нашим фигуристам, выдающимся. Людмила Игоревна, все поздравили Путина и Медведева. Путина, Медведева, поддержали два президента. Климов, Столбовой, партия «Единая Россия», Народного фронта, ПП, другую часть прокуратуры, ФСБ, ФСБ, полиция, МВД, полиция в лучшем мире. Армия, ФСБ, МВД, Совет Федерации, мировые рекорды. Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Людмила Александровна, Мария Владимировна, лучшие награды Путин, Медведев, Олимпиада в Сочи, лучшие награды Олимпиады в Сочи, Путин и Медведев, Собянин, Герой России, Армия, Олимпиады в Сочи, Владимир Владимирович Путин, Путин, Владимир Владимирович, объединили 2018-2024 года и на госпитале правительства партии «Единая Россия» ладно? Медведеву Дмитрию Анатольевичу, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путине, Светлане Владимировне, Ледмичу Медведеву, Сергею Семеновичу Собянину, Полтавченко, Кириллу, Колокольцеву, Бортникову, Баранову, Кунину, Шагу, Герасимову, Бакину, Колмакову, Шаманову, Маркелову, трассе любимой ученица, выдающейся олимпийской чемпионки по горным лыжам Кабиной Людмила Игоревна Нестерова. Алло, Вова, привет! Петровна Нестерова, Юлия Максимова. Поздравляю, Вова! Петр Николаевич, Владимир Владимирович. Отлично! Николаевич, ура! Победа! Россия! Вперед! Мы за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года самый лучший в мире тандем. Владимир Путин, Илья Толстой-Медведев. Ура! Победа! Россия вперед! Вова, прочитай самые лучшие стихи. Наш президент, вас, наша сила, право и честь. Все золотые награды Олимпиады в Сочи 2014, весь золотой пьедестал. Ура! Все высшие награды Олимпиады в Сочи принадлежат вам, главному президенту, политикам, миротворцам, защитникам. Нормально, все отлично. Президентским сроком. Мы тебя все любим. Мировым звездам, кино, литературе, живописи, музыке, экономике, обороноспособности. Молодец. Олимпиады Сочи, спорта. Владимиру Владимировичу Путину двум президентским сроком. О, Путина, молодец. Мы поздравили и так Люда, и Лена, и все Вова поздравил. Вам пожелать, Устелка. Председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, самому лучшему в мире. Молодец, молодец, ура! Победа! Отлично! Наша Россия, наш президент. Давай, Устелочка, мы целуем тебя, давай. Голосуй за два президентских срока Путина Владимира Владимировича всегда. Алло! Голосуй за два президентских срока, привет. За золотые награды Олимпиады в Сочи 2014 Владимира Владимировича Путина сегодня. Голосуй за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2015-2017. Маришка, ну что, давай, поздравляю. Возможно, Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, поддержка вся народная, Россия, любимая ученица. Маришечка, огромное тебе спасибо, мы тебя все любим, мы сегодня звонили, поздравили, и Оля поздравила, и это самое, и Вова, и Целый, и Мила. Николаевич, Леночка, Дина, все вместе, молодцы. Маришка, ну приезжай, сейчас уже мы стол накрываем. Маришка, Мила поздравила, Вова, Стелла, тебе поздравили. Алло, Маришка. Алло, Танюш. Да? Гарантирую нашего народного образования. Дмитрий Анатольевич Медведев был президентом. Сроком Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года и на пост председателя партии «Единая Россия». Да, рассказали, что у нас Дмитрий Анатольевич, Анатолий Александр, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна. У нас в семье очень много чемпионов. Советского Союза, Москвы, по горным лыжам. Спорта, сказали, что ты мастер спорта. Наша Россия, наш президент, вас, наши силы, правы, честь, золото, Олимпиады в Сочи 2014, был президентским сроком, Путин Владимир Владимирович 2012-2024 года, самым лучшим мире Тюбел, Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич, Дмитрий Александр, Мария Владимировна, Екатерина Лайкова, Светлана Владимировна, Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, Владимир
Калмыкову, Шаманову, Бастрыкину на трассу поддержать два президентских срока олимпийские награды в Сочи 2014. Были в Кремле на мероприятии родительские ученицы. Вот все участники многотысячных форумов поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2014 года. Эти награды Путин, Медведь, Собянин, Патриарху Кириллу, партия Единщина, Народный фронт, Госдума Совет Федерации, Армия ВСБ, МВД, Дружба, Деграция, Картина. Президента нашего России, нашего президента, Василия Прозвища. Топнет Владимир. Сегодня как? Днем ангела. Молодец! Он самый лучший президент мира, правда? Да. Алло, что, ё-моё, это вообще...